послушайте, это дословно то описание их личности, которое давал студентам Форер. Он давал студентам некое описание для того, чтобы показать, как, например, работает астрология. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы, в общем, способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность в себе. Временами вас охватывают серьезные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли вы правильный поступок. Вы всегда предпочитаете разнообразие. Рамки и ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите рационально. Но иногда эта рациональность изменяет вам. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы бываете экстравертом, вы приветливы и общительны. А иногда неожиданно становитесь осторожным и сдержанным. Некоторые из ваших мечтаний и устремлений довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей – стабильность. В 1949 году он это описание придумал. Как? Кому из вас оно подошло? Всем. А, да, 90, там, практически 40, это был такой один из первых слепых экспериментов. Выдали студентам это описание, и они должны были сказать, соответствует ли это описание их личности и индивидуальности. И, конечно, 90% сказали «да». И это, еще это называют эффектом гороскопа. В принципе, вы в гороскопе читаете слова, которые могут быть отнесены ко всем людям. Юнг был все эти работы по синхронистичности. Ну, кто читал, знаете, наверное, что они начались с истории об одном пациенте, сон которого они разбирали. И дело было это в Австрии, в Альпах и зимой. Лежали сугробы. А во сне пациента огромную роль играл шмель, вот, который там залетал к нему в рот, мучил его, все время не давал ему спать. Как бы. И пациент рассказывал о том, как, что, вот, что надо преодолеть этот страх шмеля. И в это время в форточку раздался стук. Вот, и когда они зимой, представляете, вышли к заиндевевшему окну, выяснилось, что в него стучится шмель. Самый натуральный, неизвестно откуда вдруг зимой взявшийся. Какое-то время назад мне снилась серия снов, в которых я попал в засаду. Гигантская ящерица, вооруженная автоматом УЗИ, ждала меня в кустах, чтобы убить, когда я выйду из дома. Этот сон повторялся почти каждую ночь в течение недель. Он был настолько тревожным и ярким, что я начал его записывать и вести диалог с рептилией-убийцей, чтобы избавиться от этого сна. Я не буду вдаваться здесь в детали, поскольку это не имеет прямого отношения к данной статье, но вы можете себе представить, что было задействовано много энергии. И вот однажды ночью я проснулся от страха перед ящерицей. Ну, вы, наверное, помните, что лизард по-английски ящерица. Я встал и пытался вести эмоциональный диалог со своим предполагаемым убийцей, которого я назвал Лиз. Ну, вот от лизард. Поскольку она была ящерицей. Зазвонил телефон. И я помню, что посмотрел на часы. Было 3 часа ночи. Я пошел на кухню и поднял трубку. Голос на другом конце провода был ясно слышен, несмотря на многочисленные помехи на линии.
«Лиз, у тебя?» – спросил голос. «Да», – ответил я, – «и я хочу, чтобы он ушел и повесил трубку». Но мой ум пришел в дикое возбуждение. Я имею в виду вероятность того, что кто-то набрал неверный номер в поисках какой-то Лиз, в то время, как я разговаривал с кошмарной фигурой по имени Лиз из своего сна. Замечательно, правда? И этого не очень понимаем, на самом деле, о том, что для Юнга, в частности, его коллективное бессознательное было не неким теоретическим конструктом. Для нас это теоретический конструкт такой. А для него это дикая реальность, в которой не действуют наши привычные причинно-следственные связи и закономерности. А действуют совершенно другие связи и закономерности, действует совершенно другая энергия, которая, собственно говоря, суть напряжения нитей, если хотите, Катя, между архетипами. Ну, я уже не помню, когда, или на клубе, или в передачах я все время вспоминал, да, Амфалос Аполлона в Дельфах. Это такой камень, который пуп земли, на котором как бы выбита, то есть как будто накинута некая рыболовная сеть. Вот эта рыболовная сеть, сеть того самого, что Платон называл идеями, а Юнг – архетипами. Это прямой перевод. И, собственно говоря, он считал, что такого рода совпадения, они происходят тогда, когда, когда внутри человека происходят мощные подвижки взаимоотношений между архетипами. Дело в том, что когда мы... И в этом тоже что-то есть, но когда мы вот говорим о напряженной работе мысли, да, над чем-то, и когда вокруг действительно начинают появляться какие-то подсказки, то это, в общем, можно объяснить особенностями нашего внимания, правда? Ну, то есть, внимание, правда, сконцентрировано на проблеме, ей, правда, для разрешения проблемы этому вниманию чего-то не хватает, и оно вполне способно выхватывать из окружающего мира вот эти самые подсказки, ответы, решения, иногда правильные, иногда ложные. К величайшему сожалению, нельзя сказать, что, да, не знаю, всем людям, которым неделю подряд снятся кошмарные сны, обязательно ночью кто-то позвонит и скажет, да, что это позовет к телефону Лиз. Или шмель постучит в окно. Но можно сказать, что если человек правда напряженно работает над проблемами, он сможет получить подсказки. Интересно, ты получила этот листочек? Вот Ирине еще листочек. Только сразу бросай первый взгляд. То есть, но интересно, что в некотором смысле, но я надеюсь, что ваше внимание, когда вы смотрели на эти листочки, было направлено на меня. А сами по себе листочки и, собственно, весь этот тест, ну, какого-то особого, какой-то особой такой аффективной напряженности, вспышки эмоций не вызывал. Правда? То есть нельзя сказать, что вы в этот момент напряженно работали над проблемами какими-то. Там, ну я не знаю, скорее думали, тапочки удобные, неудобные, стулья, там сиденья, еще что-нибудь. Как бы, ну там, не знаю, о помещении мы говорили, да? Как бы и для меня это, в общем, означает, что действительно существует вот это самое аккаузальное поле Юнга,
так он, они с Паули потом написали статью о синхронистичности. То есть, независимо от того, насколько напряженно мы себя чувствуем, насколько напряженно мы работаем над проблемами, но ведь мы в некотором смысле все время находимся в потоке неких синхронистичностей. Я не знаю, грубо говоря, события моей жизни, они привели меня к тому, что, наверное, самым лучшим образом моего внутреннего состояния является вот этот веревочный мост. Ну, где-то я сейчас говорю... Святого Людовика. Да, Людовика Святого. Катя имеет в виду роман Тортона Уальдера, который я всем всячески рекомендую. Вот, который о синхронистичности тоже, да. Там рвется древний веревочный мост, который простоял там, я не знаю, несколько столетий. И в этот момент на мосту находятся 7 человек. Пять. Вот. И дальше исследуется некий священник, исследует, случайно они оказались на этом мосту, случайно их свела судьба в одном месте и в одно время, или нет. Но я вообще очень люблю Уальдера, поэтому все, что вам попадется, вы не пожалеете. У нас как-то это забытый автор. Вот. При этом я все время, когда разговор заходит, например, о телепатии, в чистом виде, я все время вспоминаю слова Юнга вот из этой статьи с Паули совместно. Я боюсь, что я не процитирую дословно, но я их многократно говорил, что смысл заключается в том, что, к счастью, мы никаким образом не можем читать мысли друг друга. И не по каким-то причинам, а по причине того, что их очень много. И мы можем что-то прочитать в мыслях друг друга, только если мы специальным усилием воли и концентрации выделим какую-то одну мысль из всего этого, из всей этой многоуровневой реальности нашей психики. Вы представляете себе, что такое прочесть мысль другого человека? Ну, даже если мы не будем там говорить о других вариантах построения бессознательного, то смотрите, есть индивидуальное бессознательное, фрейдовское, да, вместе с нашими тщательно скрываемыми всякими разными сексуальными и чувственными желаниями, которые при некотором, так как они для нас общие, которые, в общем, при некотором желании можно угадать, как бы... Но дальше следует то самое коллективное бессознательное Юнга, семейное бессознательное Зонди. Я уже не говорю о той каше, которая у нас всегда есть в голове. Правда, мы одновременно думаем о в действительности тысячи разных проблем. Ну, там, слушаем меня, не можем оторваться от рабочих проблем, семейных, еще каких-то. Вроде отрываемся, но фоном они все равно присутствуют. Поэтому телепатия для них – это феномен синхронистичности. Когда у меня мама умирала, например, дома она умирала, старший сын у меня был подростком. И, конечно, мысли о смерти он боялся. Поэтому мы с ним приехали к бабушке, он... включил телевизор и сел к нему. Вот. И, ну, в общем, я его даже особо и не осуждал, поскольку неважно. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я вышел от мамы, как вы думаете, что показывали по телевизору? Ну, там шел какой-то сериал, где умирала женщина там в агонии. И вот... Это очень часто то, что мы называем телепатией, связано со смертью. Я уже не помню, так у меня было. Мой хороший друг умер от сердечного приступа в поезде. И
Потом там его жена, когда рассказывала там, что произошло, я помню точно, что в это время я почему-то слышал звук поезда, и мне очень хотелось чаю, потому что я все время слышал вот этот звук бряцания ложечки в стакане, знаете, такой очень специфический. И это очень частые вещи, которые очень со многими случаются. Это очень часто связано со смертью, потому что это, да, вот то самое острое, наверное, самое острое чувственное переживание, которое связывает мой страх смерти или мой опыт умирания других с переживанием другого человека. Если переводить на вот какой-то такой более банальный язык, то это что? Это телепатия? Ну, это скорее как-то вот вне времени рассказывал что-то. Я хочу сказать проще. Я хочу сказать, что на самом деле, как мне кажется, этот феномен в принципе относится к эмпатии. Если вы просто допускаете, что это эти акаузальные события, не связанные причиной, мне снится сон, и зимой в окошко стучится шмель, означает, что существует некая большее «я», я боюсь в этом случае таких слов, как «бог», да, но именно это большее «я» имеет в виду, например, Юнг под сферой коллективного бессознательного, поскольку это не мое бессознательное. Это не мое бессознательное. Не бессознательного моего привычного «я». Собственно, откатывание к этому «я», оно связано с потерей себя, привычного. Юнг считал психозом и называл инфляцией, которая как бы продляет фрейдовскую идею регресса. Ну, грубо говоря, регрессия у Фрейда – это просто откатывание назад к детским удовольствиям, да? К детским способам получения удовольствия. Ну, вот я пью, я буквально впадаю в детство, и мне нравятся сосательно-глотательные движения, они меня удовлетворяют больше, чем взаимоотношения с реальными людьми вокруг. А для Юнга существует еще откатывание в самость, в коллективное бессознательное. Он называл это инфляцией. И это не совсем откатывание в детство. Это некий миг потери в себя, в котором, вот, видимо, и происходит этот сдвиг архетипов. Помните, мы говорили, маленькая смерть души, когда ты вдруг... Ты привычный вдруг умираешь, и в этом состоянии, как ни странно, возможны вот такие феномены. Да? Потому что, смотрите, в случае ящерицы, и в случае шмеля речь шла о очень серьезных страхах, да? О мучивших страхах, то есть о том, что и шмель в случае в истории Юнга. И ящерица, они грозили смертью. Да? Ну, пусть во сне, но, видимо, это было очень глубокое переживание. Я сейчас не анализом его занимаюсь, самого переживания, самим фактом. Не может быть причинно-следственной связи. Вы загадали что-то, думаете о чем-то неотступно. И это сбывается. Оно, как правило, сбывается не так, не туда. Ничего. Когда уже не нужно. Да. Сбывается оно чаще всего после того, как вы его уже отпустили. Попустили. Поняли несбыточность. И поэтому
мы считаем вот такими чудесными совпадениями совпадение во времени. А Юнг считал, что это совершенно не обязательно. А существует у человека какой-то способ все-таки взаимодействия с этой квантовой сферой или с этими беспричинными сферой беспричинных событий, точнее говоря, причина которых лежит не здесь. Ребенок, по-моему, говорил, что это сфера смыслового какого-то совпадения. Не причина следствия. Да, конечно, да. Именно так. Но дело в том, что носитель смыслового совпадения кто? Вот этот самый пациент, страдающий апофенией. В том-то все и дело, что носителем смысла являюсь я, моя привычная личность. Я тут, в общем, это несложно найти, но в интернете, в котором я просто автора не помню, но это, в общем, не важно. Короче говоря, там есть какой-то молодой человек, который на многих страницах расшифровывает значение числовых совпадений. А что такое расшифровывание? Ну, там он имеет в виду, вот если вы там увидели 1-1-1, то это значит то-то. А если 3-3-3, то то-то. И так далее, и так далее, и тому подобное. Так, долго, вроде как на основании собственного опыта. Чего делает этот молодой человек? Вот увидел, значит так. Да, во-первых, пытается превратить в причинно-следственную связь. Во-вторых, он делает очень простую, древнюю, как мир, вещь. Он гадает. Суеверие – это скорее вера в волшебную палочку, то есть какие-то очень простые магические манипуляции. Суеверие – это, на мой взгляд, все, что связано с от момента прикладывания к мощам и до как бы талисманов, оберегов и так далее, и так далее. Черная кошка. В общем, все то, что связано с неким материальным миром. Опять же, знающий суеверный человек приведет вам массу реальных случаев. Правда, когда черная кошка ему перебежала дорогу, и после этого произошло то-то, то-то, то-то и то-то. Кто-то считает 13 счастливым числом, кто-то несчастливым. Но суеверие – это все то, чему действительно можно легко найти объяснение с точки зрения концентрации внимания. Наверное, так проще всего объяснить. Черная кошка является концентратором внимания, объектом для медитации. Человек сосредотачивается на черной кошке и ждет неприятностей. Да, и что-то неприятное все равно случается. Оно все время случается. Мы сейчас стояли с Таней на улице, разговаривали. Выяснилось, что я стоял на каком-то очень неприятном объекте. Нога у меня стояла. Да. Ну, можно считать это неприятностью или знаком. Правда? Для этого я должен соответствующим образом настроить внимание. Как бы... Как только мы находим этот самый смысл, так мы оказываемся в сфере причинности. Правда? Ну, как только мы можем объяснить, что происходит с большей или меньшей достоверностью, пользуясь обычными нашими привычными причинными знаниями. Поэтому речь идет, обратите внимание, речь идет все время, это то, что пытался объяснить Юнг, смысл производит человек, гадая,
практически в любом случае это будет гадание. Да? Можно сказать, что, я не знаю, появление черной кошки как предвестника плохих событий – это тоже некий род гадания, простейший. Ну, да, там, тебе выпала дама пик, все. Что там, чтобы вы поняли, о чем я говорю, там, бред ревности. Что это такое? Это осмысление некоторых совпадений. Вошла жена, и одновременно раздался скрип окна. Это значит, что в него выпрыгнул любовник. Да, там. Так проявляет себя творческое начало коллективного бессознательного. Не вы, не человек, а коллективное бессознательное, некое иное измерение реальности подкидывает вам некую историю, которую вы должны осмыслить, создать из нее нечто творческое. А не искать в этом прямую причинно-следственную связь. То есть на вопрос о том, может ли сон о шмеле, вызвать шмеля зимой к окну, Юнг ясно и четко отвечает «нет». Это делает какое-то другое начало, которое одновременно является творческим началом человека, но до которого надо добраться. В том-то все и дело, что как только мы начинаем ее однозначно понимать, образуется бред. Мы не можем ее однозначно понять. Мы ее можем почувствовать, творчески преобразить или творчески использовать. А превратить акаузальную связь в каузальную мы не в силах. Мы сходим с ума. Вылетая в инфляцию. Мы можем сделать из этого для себя какие-то выводы, но эти выводы могут быть, по сути своей, только художественными. Ухотим мы этого или нет, для кого как, но возвращается роль религиозности и усиливается во всем мире, правда? Эта религиозность становится все менее и менее дифференцированной, если брать New Age или вчерашнюю встречу римского папы с патриархом. Ну, все менее и менее границ, да, четкого разделения какого-то. Это значит, что она становится все менее и менее концептуальной. Что такое современная поэзия? Ну, большая поэзия, скажем, большая поэзия 20 века. Я точно не филолог, и я не про споры, и не про это самое. Я хочу сказать, что... Вот обратите внимание, даже уже на уровне Мандельштама, о котором мы говорили, она все больше и больше превращается в музыку слова, не в... Некое сообщение, или не в некое описание чувств. Он пытается обращаться к вашей интуиции, вот к тому самому духовному бессознательному, которое какого-то ясного рационального объяснения не имеет. Ну, если вы сравните там Пушкина, поэзию 19 века, 18 вообще. Да? Ну, в общем, там всегда, практически всегда, понятно в стихах, о чем, собственно, стихотворение. Можно ясно сказать о дружбе, о любви, там, о разлуке, о измене, не знаю, о чем угодно. А во всем, что касается поэзии и нашей, и западной, любой 20 века, то ее надо скорее слушать как музыку, и слушать какие-то свои отзвуки, которые внутри происходят. Он находится там же, где мы воспринимаем стихи. Или там и там же, где мы слушаем музыку. Хотя музыка звучит извне. Бессознательное – это то, что находится внутри человека. Там находится вход в это пространство. Это простейшая идея, абсолютно, как мне кажется, простейшая, потому что... Ну, а нет, мы, наверное, еще не дошли до этого. В
понедельнике начинается, в субботу я там буду цитировать точно. А сейчас скажу только, что Платин писал, что если бы Афина взяла человека за волосы, да и вывернула бы его наизнанку, он, пожалуй, всех остальных людей бы увидел, и Бога тоже. В смысле, богов, конечно. Если человек посмотрел внутрь себя, потому что, конечно, на лекциях по метафизике Наташа рисовала схему, помните, там человечки вокруг круга, никто не видел. Есть в интернете, это можно посмотреть, эти лекции. Синхронистичность можно заметить, как чудо, да? Можно заметить только в том случае, если вы придаете этому событию некий смысл. Иначе, если задуматься, весь мир – это одна сплошная синхронистичность. Ну, мы же находимся в одном месте и пространстве, и встретились, наверное, не случайно, правда? Дело в том, что все, что вы про другого человека скажете словами, неважно, хорошее или плохое, никогда не будет правдой до конца. Да? Как бы, по сути-то своей, большая часть, что мы называем проекцией, это то, что мы отчетливо, ясно формулируем словами. Независимо от того, при этом ты говоришь, ты самый плохой человек на Земле. Ты меня обидел, оскорбил, унизил. Или наоборот, ты говоришь, ты самый лучший человек на Земле. И ты, там, не знаю, для меня как Бог, я буду с тебя пылинки сдувать. И то, и другое в равной степени обычно оказывается проекцией. Отличить проекцию от эмпатии можно с опытом, да и то далеко не всегда. А на самом деле, я бы сказал, что проекция – это почти всегда слова, а эмпатия – она и есть эмпатия, она сочувствие, когда ты можешь просто чувствовать в тишине. –